В Перми состоялась встреча депутатов Гордумы с экологической общественностью. Она состоялась сразу после проведения федеральной экспертной площадки «Международный форум экология». Именно здесь формируются ориентиры для государственной политики в сфере охраны окружающей среды. На мероприятиях форума, которые прошли на прошлой неделе, побывал Юрий Аркадьевич Уткин. Он выступил на заседании общественного совета с докладом об опыте экологического волонтерства в городе Перми. Конечно же, этот опыт услышан, а самое главное, несколько проектов взяты в принципе в проработку и рекомендация в других субъектах это реализовать. Озеленительная политика и благоустройство парков и скверов, работа по сохранению городских лесов и созданию особо охраняемых природных территорий. В Перми волонтеры активно привлекаются для обустройства городских лесов, мест отдыха и экологических троп. С 2009 по 2017 годы обустроено 20 мест отдыха и 13 экологических троп. Финансирование из бюджета города на цели охраны природы и лесного хозяйства на 2018 год составило более 62 миллионов рублей. Финансирование необходимо. При этом крайне важно, чтобы и добровольчество в сфере экологии развивалось. Когда ты понимаешь, что есть неравнодушные люди с одной стороны, общественными проектами, мы понимаем, что сегодня успешные проекты инициированы, как говорят, снизу, общественными организациями в сфере экологического воспитания, экологического просвещения, в сфере экологии. Сегодня живут очень успешно на протяжении 5-7 лет. Волнуют жителей краевой столицы вопросы раздельного сбора мусора и его дальнейшей вторичной переработки, а также очищение и благоустройство малых рек. Убирать загрязненные стоки – тоже очень важный момент. Жители этого сделать не могут. Конечно, будем способствовать, посмотрим, если действительно необходимо нормативно-правовое регулирование. В этом году финансирование, оно предусмотрено на очистку берегов порядка 13 километров. По поводу стоков, каждый сигнал, который до нас доходит по стокам, мы по нему отрабатываем. Прими вот эту готовность помогать, работать на благо природы очень высока. Пока еще что-то есть беречь, нам нужно это делать. В краевой столице в этом году продолжат благоустраивать места для отдыха. До 2020 года запланировано обустройство 7 мест отдыха и 4 экологических троп.